Всем привет! Сегодня расскажу и покажу, каким образом такие эскизы и пояснения в моем рабочем скетчбуке переходят в 3D-модель, а потом переходят в визуализацию. Ну, это все такая практичная история. Это фрагмент работы над реальным проектом, и этот проект в Берлине, и, в общем, такая штука. Как все это работает практически? Меня зовут Эдуард Кичигин, и уроки по моему стилю графики смотрите в описании к видео и в шапке профиля. А сейчас я покажу немножко, как это все работает. Это все про ландшафтную архитектуру, про проектирование и про работу линером или параллельпеном или пером, как вам удобнее, как вам интереснее получать практичный результат, ну или даже иногда маркером. Для работы я часто использую вот такие вот линеры. Это Винзор и Ньютон. Вот они. Сейчас покажу. У них интересное жало. Жало вот этого их пишущего элемента. И это стильно. Его приятно в руке держать, как будто бы он продолжение остроты мысли. И иногда использую такую штуку. В принципе, они дают очень похожую технику, одинаковую технику. Это параллель пен. Он рисует углом. Вот если этим линером я рисую таким образом, наношу линию, вот она, то вот этим инструментом, параллель пен, он превосходен, я могу рисовать углом. Линии местами более графично, и им я могу наносить вот такие интенсивные тени сразу же. Вот, например, наношу. И сразу же мой рисунок становится рельефней. Как будто бы он больше вылезает из листа. Я в равной степени использую два эти инструмента. Ну, вот, параллель пен. Это, по-моему, рублей 700 или 800. Вот, Винзор Ньютон линер. Это, по-моему, рублей то ли 150, то ли 200. Очень бюджетно и удобно. И вот сюда приходят чернила. Я использую вот такие. Popple Pen. Тык-тык. Фокусируйся. Или паркеровские. И заливаешь туда чернила. Вот в такую штуку. Вот этот картридж. Он вынимается. Туда заливается чернила. Вставляется обратно. Закручиваешь. И вот такое вот перо. Оно, в принципе, используется для рисования каллиграфии, но я использую для проектного рисунка и для пояснений. Им удобно писать и текст углом. Я не делаю, например, такие вот каллиграфичные буквы, обычно я не делаю. Пишу углом текст и рисую тоже углом, и потом большие тени интенсивные накладываю с помощью вот этой вот, поворачиваю его широкой части. А если я использую линер, то мне приходится использовать что-нибудь типа вот такого маркера. Ну, не такого, слишком интенсивный, почти никогда не использую. Вот такого. Ну, вот именно вот этот скетч-маркер не очень хорошо мне подходит, потому что он пробивает бумагу. Мой скетчбук, он пробивает насквозь, поэтому я довольно редко его использую. Я не хочу покупать специализированную бумагу. А вот эти вот истории, они рисуют только на одной стороне листа, и это удобно. Но ближе к теме, я, например, думаю таким образом. У меня есть участок небольшой, это на проекте, и там существуют деревья. Это сосны, они большие и высокие, и думали клиенты, может быть, их убрать, эти сосны, но я думаю, нет, нельзя, это драматичный слишком поворот. Можем ли мы сделать дерево удобным для человека? Человек видит дерево, дерево стоит рядом с человеком, и никакого взаимодействия не происходит. А что, если я принесу вот сюда, вот к дереву, идею таких скамеек? И каждое из деревьев, которые есть на участке, оно не просто дерево, оно место для отдыха. Я думаю, какая может быть эта скамейка? Ну, вот такая. Высота, понятно, там 40-45 сантиметров, чтобы сидеть было удобно. И вот такая структура. Вид сверху вот такой. Я подумал, это может быть модульная система, которая может быть отставлена от дерева и может быть составлена вместе с деревом, образуя свободные
элементы садовой мебели, которые может быть использованы в любом месте участка. На ней вот такой характерный вырез, который обнимает ствол дерева. Они составляются вместе и образуют вот такую вот схему. Соответственно, в контексте скетчинга это все очень легко рисовать, потому что я рисую прямоугольник, делаю такие рисочки, показываю, что вот это вот, наверное, сколочено из досок, вот с помощью вот таких вот небольших штрихов. Показываю, что здесь у меня опорная система из ножек, их 4, чтобы они могли быть устойчивыми отдельно. И показываю вид сбоку. Все очень просто, довольно эстетично. Обычно после этого я иду в SketchUp и радостно отрисовываю модельки в таком тоже довольно простом, условном скетчевом виде. Но, соответственно, с этих моделек можно абсолютно точно снять все размеры для того, чтобы использовать их в рабочке. Мне нравится, что структура получается универсальная, что она может быть использована и с деревьями, и может быть расставлена по участку и использована в каких-то других местах. Получается, как будто бы такой очень простой, очень чистый комплект садовой мебели. Я стараюсь, чтобы структуры, которые я разрабатываю, они были максимально простыми, максимально ясными, чистыми, универсальными и без лишнего декора. Это, наверное, влияние вот этой вот студии, в которой я работаю в Италии. Это студия Габриэля Филиппини и Ольги Москвиной. Там такой... Сначала я любил очень такой, ну, вычурный, богатый стиль. А там я работаю, там про минимализм, про ясность, чистоту простых линий. И вот у меня меняется парадигма мира, и думаю, тоже в сторону модерна. Много модерна. Много модерна теперь уже в моей голове. За счет того, что он модерн любит чистую линию, чистую форму, сопряжение гармонии простых, больших, ясных элементов, много функций. Функции — это эстетика. Вот такие вот интересные штуки. И, соответственно, так как это модульная структура, то она может быстро изменяться. Мы можем ее на участке поставить отдельно, и это может изменяться в зависимости от ситуации и количества гостей. И могут быть приставлены к забору в ряд, как скамейки. Берем вот это вот, разворачиваем, ряд набираем очень быстро. В зависимости от ситуации на участке вот это может использоваться для формирования необходимой зоны отдыха прямо на лету. И материал, соответственно, дерево, и все простые формы. Их можно сделать даже не очень профессионально работая. Но я обычно, да, так, немножко побольше поработав в России, я закладываю на непрофессионализм, большой непрофессионализм. То, что могут любые люди делать, даже если нет ни образования специального, может быть, даже с инструментами проблема. Дальше, я думаю, может быть, вот эта вот структура, которая работает как история с сидением, вот я ее тут нарисовал, может ли она, например, прийти в другой уровень по высоте и немного в другую форму, и использоваться как такая площадка, как такой настил, который присутствует на высоте 10 сантиметров, например, 10-15 сантиметров над уровнем земли и также охватывает дерево, и люди уже на нем могут не сидеть непосредственно, а они же в саду. Они могут вот так сесть по-турецки, могут опереться спиной о ствол дерева, могут немножко спустить ноги на траву и таким образом сидеть в комфорте. Вокруг них трава, они сидят на вот этой вот, на деревянной подстилке. Та же структура, но на высоте настила и больше по размерам. И продолжая эту мысль, я думаю, что, наверное, вот эти две структуры можно скомбинировать между собой. И вот на эту структуру я ставлю вот эту вот идею, вот эту модель, и получаю такую комбинаторику. Когда у меня есть ствол дерева, ниже мой настил, который на высоте 10-15 сантиметров, и люди на нем могут сидеть. Так, и я приношу туда идею вот этого элемента, и, например, одну его часть приставляю к дереву. И у меня получается столик. То есть я могу сидеть вот здесь вот, передо мной это сиденье, теперь оно используется как столик, и я могу на нем использовать какую-то, ну, еду там, или питье, или еще что-то. И также я могу сидеть на настиле и опустить ноги на траву. И там будет
вот этот вот элемент, я его ставлю на траву, тоже работает как столик. Это очень прикольно и универсально. То есть вот таким образом в трех разных видах работают вот эти два моих элемента. И, соответственно, на 3D-модельке это выглядит вот таким образом. Здесь я выбрал круглую структуру, а вот здесь показана вот эта вот непосредственно прямоугольная структура. Я чуть-чуть заморачиваюсь над эстетикой всей этой истории, чуть-чуть приношу вот такой элемент. Он повторяется здесь в ножках, в столбах забора, в опорах столбах перголы и пространство для летней кухни чуть-чуть развивается, но вот этот единый стилистический элемент, который как украшательство присутствует, единственный во всем этом проекте, вот он такой. И он повторяется и в мебели, соответственно, садовой мебели, и в элементах малых архитектурных форм. Я думаю, это очень хорошая идея создавать некоторую такую комбинаторику между теми элементами, которые я проектирую и вкладываю вот в этот проект, и закладывая минимальные требования к производству, потому что это суперпростые формы, это суперпростые вещи, там ничего сложного нету, я обеспечиваю, строя на такой эстетике мой проект, я обеспечиваю какое-то соответствие в финале тому, что я вижу, например, у себя в голове, и то, что я делаю в проекте, и то, что приходит в рендер, в рабочку, я ожидаю того, что сделают примерно так. И вот эти вот ожидания, они такие для разработчика, для проектировщика, они известный момент, такой довольно известный, понятный момент. И, соответственно, если мы идем дальше, у меня вокруг дома там, и у меня у клиентов будет вот такая вот структура. Это тоже простые формы, простые параллелепипеды, на которых можно сидеть. Ну, я тут развиваю и поясняю вот эту вот концепцию. Может быть, я потом ее в полноте выложу. Но сейчас, в общем, это про смесь скетчинга и проектирования. Если мы вернемся обратно вот сюда, то увидим, что ничего сложного нету. Я просто рисую прямые линии, я рисую человечков. Вот такой очень простой стилистики. И расставляю тени. Показываю землю вот таким образом. Кружечку рисую совершенно трогательно. И все это в комплекте, в контексте, все хорошо работает. И делаю соответствующие пояснения, которые иллюстрируют мою картинку, мои рисунки. Например, вот здесь я показываю вот эти тумбы, которые бьются с идеей вот этих элементов садовой мебели. Та же форма, только уже не декомпозированная и зашитая с боков. Не просто ножки, а зашитые элементы. Они миксируются, чередуются с формами кустов небольших. Раз, 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 раз. И еще озеленений будет позади. Как это все выглядит, мы можем видеть в разрезе, потому что там рядом с домом такая очень любопытная ситуация. Ну, соответственно, про скетчинг, опять же, он супер простой. Ничего сложного, ничего сложного, ничего сложного. Немножко потренировавшись, так может рисовать любой. Ну, соответственно, вырабатывать и развивать свою проектную идею с линером, там, с пером или с параллельпеном в руках, так исключительно просто и удобно. Тут же я показываю вид сверху, вот мои параллелепипеды, вот они здесь выстроены, чередуется вместе с кустами. И вот разрез, как это все выглядит в разрезе. Соответственно, человечки такие супер примитивные, но симпатичные. Не нужно много усилий, чтобы освоить вот такое вот рисование человечков. Все просто. То есть рисование и скетчинг — это не моя прихоть, а натуральное такое требование профессии. Когда я думаю, у меня быстро приходят идеи, у меня моделируются формы, моделируются смыслы, вот вся эта каша по проекту варится, и мне нужно тут же ее зафиксировать. Я тут же беру и фиксирую. Каким образом это еще можно сделать, я даже себе не представляю. Быстрее и эффективней. Я очень быстро работаю в 3D, очень быстро. Но рукой намного быстрее.
Ну, то есть, как можно проектировать и не уметь скетчить, я не понимаю. Чтобы научиться скетчить, ссылка в описании и в шапке профиля смотрите мои платные уроки на сервисе Boosty. Там вот можно научиться максимально эффективным способом. Вот. Ну, там у меня такие видео, где я рассказываю, как я рассказываю и на курсах, например, студентам. И в вузе, в котором я преподаю, лесотехнический университет имени Кирова, Санкт-Петербург. Как со всей этой штукой обращаться. Ну, вот, в общем, я на Бусти также рассказываю. Поэтому подписывайтесь. И ничего сложного в этом нету. Вот показываю еще там фрагмент решетки. Я подумал, что будут такие блоки озеленения. Ну и нарисовал, пока думал над остальным проектом, вот такие небольшие фрагменты решетки. И прикидывал вид сверху. Ну, соответственно, этот вид корректировался во многом. Но мне нужна была какая-то опора. И вот, опираясь на это изображение, я сделал выноски, где что. Тут бассейн, тут патио, тут фрагменты зеленой стены. Тут единый тип доски по всему участку, тут гамак между двумя деревьями, вырезы для деревьев в теле домика, столовой, детская зона с такой архитектурой, цитирующей уже большие архитектурные формы. И про контроль, то, что детская зона находится на дирекции взглядов отсюда. Отсюда, все максимально видно и контролируемо. Домик, посвященный детской зоне, он получился такой любопытный. Вы видите те же самые элементы, которые я показывал в садовой мебели, они пришли туда. И такой классичный римский треугольник. Там есть качель, вон она, и там есть горка, вон она. И все это представляет собой вот такой вот структуру, которая тоже простая, ясная, чистая, симпатичная, эффективная. И такая же история с вот этими элементами, но уже, образмеренная, вот здесь, приходит на структуру забора. Вот она. И то же самое, только чуть усложненные на опоры для летней столовой и для пергольной конструкции, которая продолжает идею летней столовой. Все это работает с простыми формами бассейна и патио. И таким образом очень удобно осмыслять проект, потому что появляется его видение. А первая структура – это умозрительное, то, что происходит в голове. Б – второе – это то, что происходит у вас на скетчбуке, когда вы выкладываете идею на бумагу, иллюстрируете. С, третье, это то, что происходит, например, в простой программе 3D-моделирования, типа SketchUp. Ну, соответственно, там уже можно делать всю рабочку. Там все уже точно до миллиметра может быть сделано. Может быть сделано плюс-минус приблизительно. Кто в каком стиле работает. Можно и так, и так. Но лучше, конечно, делать точнее, потому что потом сразу тогда все пойдет в чертежи и будет удобно. И четвертое. Это в программе 3D-визуализации. Какой-нибудь, сейчас покажу пример небольшой, как вот эта вот структура, она переходит в что-то вроде небольшого фильма, да, симпатичные штуки. И, соответственно, покажу немножко со светом. Это освещение, это ночной вид, вот эти вот кубики, которые перешли уже в моделирование немножко зелени, немножко прекрасных эффектов освещения. И вот так, предположительно, эта вся история может выглядеть где-нибудь ночью. И вот так это может выглядеть, это фрагменты озеленения, которые приходят на историю с забором. И вот здесь мои столбы, а между ними элементы зелени. И вкратце покажу. Такая ситуация по проекту. Может быть, я его выложу, но еще пока не знаю. Сейчас покажу вам элементы. Вот, это зона с летней столовой. Вот эти вот фрагменты. Вот это бассейн. Немножко симпатичностей. Вот сосны на участке. Так. Да. И
Сейчас покажу. Структура вот этого детского домика. Вот как раз ай-яй-яй. Сам вот этот домик. А вот элементы. Не успеваю за экраном. Блин, как же свет все-таки симпатично тут работает. А вот сами вот эти элементы, которые составляются вокруг деревьев, на которых можно сидеть. Да. Немного поворачиваю камеру, потому что все не вылезает в экранчик. У меня все-таки вертикальное видео. Горизонтальные, в общем, мне не оправдываются по трудозатратам совершенно. Потому что YouTube не хочет меня раскручивать. Ну ладно. Окей. Вот. В общем, вот так выглядит в финальной подаче. Ну, плюс еще презентация, плюс еще, ну, комплект чертежей. Но вот так вот выглядит идея, которая приходит из головы, приходит в скетчбук. И, в принципе, она ровно таким же образом читается, как и у меня на бумаге, так и в 3D-модели скетчапа. Это все соответствует, это одно и то же. Так и в финальной 3D-визуализации. Все просто, ясно, понятно. И удобно, и быстро. Вот такой стиль скетчинга, который очень простой, очень быстрый, очень эффективный. И к такому же я веду, например, своих студентов в вузе, где преподаю, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени Кирова, старейший вуз в России. Я преподаю на кафедре ландшафтной архитектуры, преподаю, соответственно, ландшафтное проектирование. Вот, и студенты тоже схватывают эту идею, и меня вот что очень радует, то, что многие сразу же начали использовать скетчбуки, то есть они начинают думать в разных плоскостях, и не просто думать, типа, я подумал, ну, как бы, наверное, так, они показывают реально. То есть я прихожу, и каждый раз почти у всех новые эскизы, и эскизы не только вид сверху, виды сбоку, разрезы, сложные истории. Ты смотришь на проект и радуешься, насколько круче стали думать студенты, начиная с того момента, как я начал к ним подходить. Вот я работаю там с одной группой, с второй, третьей, четвертой, пятой, и видишь, как они берут вот эту вот модель и начинают использовать ее в практической работе над проектами. И вот это очень круто. Ну, соответственно, если вам нужно зачем-то научиться этому, то ссылка в Boosty, вот там у меня уроки есть. Курса еще нету полноценного, но вот по ссылке на Boosty я делюсь фрагментами всей этой истории. Как это делается практически, ну, то есть пошагово. Вот. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Эдуард Кичигин. Внизу смотрите в описании к видео на YouTube, смотрите бесплатные материалы, а если хотите прям эффективно научиться скетчинг, вот эти все истории, то ссылка на Boosty. Welcome. Все, чао-чао, хорошего дня.